Спасибо. Юмористы, юмористы. Да у нас юморист вся страна. Именем Петра Первого сигарет назвали. Скоро, наверное, помазок для бритья зовут Иван Грозный. А бюстгальтер 6 номер Екатерина Великая. Юмористы. Решили, что в школе надо учиться 12 лет. Тогда уж сразу до пенсии. И называть учащихся школьнеперы и школьнеперки. А с платным образованием сделать так. Если человек платит 5 тысяч, ставить ему пятерки. Если 6, шестерки. Если заплатил сразу за все обучение, выдавать красный диплом с надписью «Осторожный специалист». Смешно. Один больной пришел в поликлинику с насморком, а ему поставили диагноз СПИД. И он про свои сопли сразу забыл. Другому прописали массировать мужичок, а где он находится, не сказали. Он полгода массировал, а потом узнал, что это копчик. Юмористы. Одна женщина пригласила сослуживца на дачу садомазохизмом заниматься. Он подумал, что ее приглашают садом заниматься, взял лопату, приехал. Она ему плетью, он ей лопатой. Через минуту она кричит, вообще-то я натуралка. Надо же людей просвещать, а то некоторые думают, что трансвеститы — это те, кто работает на транспорте. А лесбиянки — те, кто любит лес. А некоторые женщины ходят на мужской стриптиз, потому что думают, что у мужчин ниже пояса сразу ботинки. Юмористы. Один мужчина анкету заполнял в графе «полумужской женский», написал «средний». Другой решил сделать комплимент соседке, говорит: «Марья Ивановна, годы идут, а вы все такая же молодая». Соседка говорит: «Так я ее дочка». Смешно, а? Одна жена говорит мужу: «В гороскопе написано, что у тебя сегодня сексуальная связь на стороне». Он говорит: «Адрес там не указан». Она в шутку дала адрес подруге, только он второй месяц домой не приходит. Юмористы. Еду в метро, слева одеколоном пахнет, справа духами. Вошел бомж, и от всех сразу стало пахнуть одинаково. Смешно. Пенсионеры 2 часа гнались на своем УАЗике с Мерседесом, только расстояние между ними за это время сократилось только на 5 метров. Не только потому, что водитель Мерседеса 2 раза выходил покурить. Даже иностранцы у нас становятся юмористами. Одного спрашивают: «Что вам понравилось в Москве?» Он говорит: «Я». Я спрашиваю: «А что вы никогда не забудете?» Он говорит: «Деньги, которые у меня украли». В общем, не жизнь у нас, а сплошной юмористический концерт. А сейчас поэт Коклюшкин засандалит вам частушки. Смотрел, как по телевизору видел Петросяна. 5 минут его послушал, упал с дивана. Смотрел, как по телевизору видел Степаненко. Навернулся я с дивана и ушиб коленку. Смотрел, как по телевизору видел Розорова. Навернулся я с дивана, башку ушиб здорово. Смотрел, как по телевизору видел Евдокимова, сразу морда стала красной у меня любимого. Смотрел, как по телевизору видел Фиму Шифрина, целый час его слушал, но не понял ни хрена. Смотрел, как по телевизору там Сердючка пела, я послушал вместе с кошкой, кошка околела. Смотрел, как по телевизору Галкин с кем-то песню пел. Я минуту их послушал, скажу честно, обалдел. Смотрел, как по телевизору там Задорнов выступал. Он так крыл американцев, тараканов испугал. Смотрел, как по телевизору видел Винокура. Он любимый артист тещи, жаль, что она плохо слышит. Смотрел, как по телевизору там Елена Воробей. Я люблю таких артисток, если юбка до бровей. Смотрел, как по телевизору 2 старушек наблюдал. Целый вечер вместе с ними я в маразме пребывал. См-
смотрю, как ты телевизор там Хазанов выступал, он такой теперь сердитый, всех артистов обругал. Кто-то любит попадью, кто-то свиной хрящик. Выбросить пора в окно этот чертов ящик.